6, махом в стойку, очень динамично начинает Никита комбинацию, оборот под жердями в одну жердь. И сразу в хели уходят, еще здорово, одну дополнительную десятую здесь зарабатывает. Прекрасно, еще один поворот под сальто. Это надо было здесь держать. Элемент Макуса вот здесь. Да. Как здорово, он не стал переставлять руку, если вы обратили внимание, недостаточно ровно их поставил. И все равно справился. И все равно справился, пошел, чтобы не потерять десятую еще одну. Набор сложнейших элементов показал Нагорный. И двойное сальто с поворотом безукоризненно практически приземлился. Никита Нагорный. Этим сказано одним словом, очень да, много, в общем-то, да. Мы можем сколько угодно комментировать, да, и говорить, находить. Говорить какие-то сложные элементы, но всем и так понятно. Что класс высокий. Да. Здесь, конечно, вот этот вот момент, когда он достаточно криво руку поставил. Да, обратите внимание здесь. Косовато и получается. И это же очень неудобно и для спортсменов. И он не поправлял. Да-да-да, молодец. Это мастер. Это мастер, да. И здесь... который понимает от этого маленького переступания руки, это опять уже сразу наглядная сбавка. Да-да, наглядная. Минимум 1/10 и не отдал ее. И не отдал вот ее. Вот это соперник. Правильная экономия. Абсолютно согласен с этим.